Художница из Южной Осетии представила петербургской публике персональную выставку. Экспозиция Лиры Алборовой была выставлена в новом музее имени Аслана Чехоева, известного петербургского коллекционера осетина по происхождению. Аслан Чехоев оставил в новом музее, который был открыт в 2010 году на Васильевском острове, выдающееся публичное собрание, изданные каталоги и книги о художниках. Особое место в творчестве Алборовой занимают женские образы и горные ландшафты родной Осетии, которые мастер решает в декоративной манере. Эти картины не просто передают красоту природы и человека, но и стремятся к символическому обобщению. Некоторые работы были сделаны специально именно к этой выставке. Рисую я в стиле абстрактный экспрессионизм, кубизм, авангард. Это немножко намешанная стилистика. Выставка проходила больше месяца. За это время у петербуржцев и гостей северной столицы была возможность ознакомиться с творчеством талантливой художницы. На выставке было представлено около 40 работ, написанных Лирой за последние 2-3 года, а также более ранние работы. Из представленных картин почти половина уже продана, и 5 из них приобрел Умар Джабраилов. Некоторые оставшиеся приобрели частные галереи и также сами горожане Петербурга тоже приобрели несколько работ. Работы молодой художницы демонстрируют уникальное сочетание современных художественных приемов и традиционной остинской символики. На выставке были представлены портреты и пейзажи. Алборова активно выставляется и всегда получает высокие оценки ценителей живописи. Выставки у меня уже были персональные. И здесь у меня была выставка, и во Владикавказе тоже была. В прошлом году у нас была выставка в Питере, нашим сообществом «Цинвал-5», и тогда нас было около 7 художников, мы там выставлялись, и после этой выставки меня пригласили уже отдельно, в это, сам музей мне написал, пригласили меня отдельно на выставку, и уже организационные моменты я сделала сама вместе с музеем. То есть пополам мы разделили. Но также огромное спасибо Министерству культуры, Жулете Ароновне, нашему президенту, за то, что у них так налажена связь с Питером. Спасибо Фатиме Кочевой и Ирине Кочевой, то, что они меня пригласили и организовали такую выставку, потому что она прошла очень круто. Сейчас Лира Алборова готовится к очередной выставке. В конце сентября будет российско-китайская выставка, там тоже будем участвовать. И в Ставрополе будет, а потом уже готовимся к Москве. Вот. Ее полотна также успели заслужить признание на международных смотрах и отмечены дипломами различных конкурсов и фестивалей. Зарина Кочеева, Ринат Медоев, информационный выпуск сегодня.